Віктор, комплексно устойчивая гибридная форма винограда селекции Крайнова Виктора Николаевича. Срок созревания сверхранний, рост кустов сильный, цветок обоеполый. Грозди крупные, средней массой 800 грамм, отдельные до 1400 грамм. Ягоды очень крупные, цилиндрические, массой 9-14 грамм, отдельные могут достигать длины 60 миллиметров. Вкус ягод приятный, гармоничный. Мякоть мясисто-сочная, кожица не чувствуется при еде. Устойчивость к грибковым болезням высокая, к мильдю, оидиум, серой гнили. Морозоустойчивость повышенная, минус 26 градусов по Цельсию. О том, как показала себя эта столовая форма на Полтавщине, рассказывает Василий Евдокимович Якушенко, который уже 5 лет выращивает ее у себя на приусадебном участке в селе Мачехи Полтавского района. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт «Виктор» из тройки Крайнова. С этой тройки, на мой взгляд, «Виктор» самый ранний по срокам созревания. Вот. Практически вот середина августа его уже нет, осталась вот веточка. На мой взгляд, сорт неплохой, очень товарный, очень крупные ягоды, красивой формы, плотная мякоть, хороший гармоничный вкус. Так что для рынка вполне хороший виноград. А максимальная какая? Ну, у меня грозди были обычно где-то там до килограмма, чуть больше. Может, у кого и больше бывают. Ну, в принципе, такая гроздь не нужна. Вот. А ягоды по длине вы не мерили? Сколько миллиметров? Не мерил, ну, где-то миллиметров 40 наверняка есть. Угу. Вот, видите? Ну, да, да, как палец, да? Да, 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 вот видите. Угу. Понятно. Форма ягоды какая-то такая. Ну, самое главное, это размер ягоды, да, и да. Вкус очень хороший бочоночком у него. Да? Ягода для рынка, прекрасный сорт. Он бывает и более красный, да? Если на солнце. Это же в тени гроздь. Вы знаете, это как сказать. Даже чем жарче лето, тем меньше окрашивается. Вот сейчас жаркая погода, и окраску не набирает. Угу. Вот, так что здесь все думают, что при большей освещенности будет ярче окраска. Это не совсем так. Вот даже Виктор, который уже давно срезали, вот осталась веточка, и цвета он, собственно, и не набрал такого, как обычно он бывает. Спасибо, Василий Евдокимович, за интересный отзыв о винограде «Виктор». Да, эта гибридная форма является наиболее ярким представителем тройки Крайнова. Будущее именно за таким виноградом. Сажайте, не пожалеете. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, Владимир Исаенко. Видео записано 15 августа 2014 года на винограднике у Василия Евдокимовича. До встречи в новых видео про виноград, сад и дачу.